Всем привет! Не так часто получается, что сами производители со мной связываются и дают что-то на обзор или на тест. На самом деле очень приятно, когда это происходит, и каждый раз хочется удовлетворить, что называется, просящего, сделать хороший обзор, положительно высказаться о том, что тебе предоставили на обзор, потому что ну не просто же так это люди делают. Но, к сожалению, бывают и другие случаи, когда, ну, если я все время буду говорить только как все классно, ну, наверное, это будет неправда. Речь пойдет о вот таком вот сбросе от компании «Академия», сбросе магазина для автомата Калашникова или Сайги. Как они это называют, это, по-моему, у них называется «Ресет», сам девайс на их сайте. Сама по себе штука сделана вполне неплохо, как задумка весьма интересная, то есть принцип ее работы заключается в том, что у нее нет собственной пружины, в отличие от многих сбросов, которые ставятся на гладкие випри сайги и так далее, и там подпружиненная такая кнопка. Здесь принцип работы такой, ну, предполагался, что он просто под пружиной защелки сдвигается назад и упирается в спусковую скобу, тем самым ограничивая свое движение под большой палец, то есть когда держишь рукоятку, здесь спокойно можно нажать. Хорошая штука, то есть я реально думал ее поставить сначала на 125-го, но потом что-то как-то не вставало у меня на 125-го. Ну, могу, наверное, показать, правда, у меня сейчас здесь ось стоит. В общем, суть такая, что когда он ставится, видите, буквально чуть-чуть не хватает длины этого девайса для того, чтобы он нормально встал на защелку. Ну, это ось курка здесь конкретно. Ну, я решил, что ну раз не на 125-го, значит на 136-го это точно встанет. Это 100% АК, что называется. И начал пробовать. Не получилось. Спросил у Сереги. А он-то точно знает. Тоже не получилось. Начали уже думать, может быть, не знаю, подпилить его как-то, подогнуть, может быть, не знаю, конкретное изделие какое-то там кривое, хотя по идее все измерили там и угольником, и всем. Тоже не получается. И что-то как-то вообще, ну, не то. Написал ребятам из Академии. Ребят, как это так? Что это? И почему? И из-за чего? Ну, не встает типа того, что на 136-го даже ваш сброс. Мне говорят, ну как так, не может быть, у нас мы сами на 136-х стреляем, у нас все встает. И присылают фотографию. Вот она фотография. То есть, как видно, стоит эта деталь не в оси курка, то есть не вот в этой оси, в которую мы пытались ее поставить, а вот в этой, в третьей оси. И вот тут-то начинаются на самом деле вопросы и проблемы. Объясню, в чем это заключается. Вот эта ось в 136-м, она по сути никакой функции не несет. То есть эта ось, она нужна для автоматного УСМа. На все 136-е ставятся УСМы от гладких випрей. Конкретно, ну, у меня сейчас это этапка, но изначально, имею в виду, они ставятся от гладких випрей, и там эта третья ось, она вроде как ни к селу, ни к городу, и ее просто-напросто развальцовывают с другой стороны. То есть для того, чтобы эту ось каким-то образом вынуть и поставить вот этот сброс, ее нужно рассверливать как-то там, выковыривать оттуда и так далее. Ну ладно, хорошо, это можно сделать, но проблема заключается в том, что на чем будет держаться вот эта штука. Там нет внутри никакого фиксатора. Абсолютно. Соответственно, к ней в комплект надо либо тогда давать специальную защелку, которая от автомата Калашникова идет там, либо, ну не знаю, каким-то другим образом, там здесь гаечку с другой стороны, там резьбу нарезать, в смысле под винтик, чтобы с другой стороны можно было это закручивать как-то или еще, ну, в общем, такая ситуация. Прикол заключается еще в другом, в том, что ни на випре, ни на сайге этой оси вообще нет, то есть от слова совсем. Соответственно, эта штука ни к випрю, ни к сайге по факту не подходит. Хотя написано, что для сайги подходит. Ну, по крайней мере, на сайте iShooter, где я сейчас посмотрел. И еще один момент. Конкретно на моем карабине стоит горловина. И если бы
этот девайс ставился в ось именно курка, все бы было окей, все бы было работоспособным. Но этот же девайс, поставленный в эту ось, не будет работать, поскольку он будет конфликтовать с горловиной. Притом горловину здесь подпилить нельзя, потому что она здесь достаточно имеет такой узкий перешейк. Она будет просто с потерянной жесткостью. Поэтому вот так вот. Не могу я сказать, что изделие, рекомендуемое, скажем, к покупке, по крайней мере, если вы к этому не готовы, о чем я сказал, то есть к наличию, в смысле, к необходимости наличия дополнительных деталей для крепления в коробке 136-го, либо варианты, когда придется расклепывать или высверливать вот эту третью ось. Ну, я к этому лично не готов, потому что есть другие варианты, в общем-то, на рынке, которые таких изменений и переделок не требуют. На этом все. Всем спасибо, пока.